Алло, да, Саш, Алло, привет. мам, привет. Как у тебя дела? Рассказывай. Да не особо, новости херовые. Что такое, Саш? Ну, до 24 августа должны на нас пойти огромными силами. И, ну, типа, День независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить. Значит, какие-то меры примут. Значит, усилят. Значит, что-нибудь наше придумают, Так Саш. что тут один парень сказал, Царство ему небесное. Мы тут все останемся. Но, походу, прав. Все будет хорошо, не волнуйся, не волнуйся только. И думаю, что и наши этого не могут такого допустить, что просто вот так разрешить им пойти и все. Нет, такого не может быть. А все это нужно нашего комбрига судить. Вот его нужно казнить. Урода, конченого. На третий срок нас хотел еще оставить. Вот так, людей нету, ничего нету, блин, сволочь. Чтобы ему жизнь медом не казалась. Не переживай, все будет хорошо. Я думаю, что и такого не должны допустить. Оставить как забытые объекты. Волнуйся. Говорят, сколько их, они просто там пройдут, даже не заметили, что стояли. Ну, откуда их там столько? Не знаю. Ну, разведка докладывает.